Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить дополнение к Скариму Fetchfire, ну или домашний очаг. Мы уже построили как бы длинный дом, теперь будем делать оружейный. Так, нужно 3 железных детали, 3 замка и 6 петель. По-моему, нам опять будет не хватать железа, надо будет с этим разобраться уже. Так, 6 петель. 2, 4, 6. 3 замка. 1, 2. Блин, корундового слитка не хватает. И 3 железных детали. Ну, впритык. Но так и не хватило корундового слитка, к сожалению. Сейчас посмотрим, может у меня руда есть. Выплавим. А если же нет? Двемерский, железный, золотой. Ну, железный вот можно сделать немного. Руда пооставалась. Так. Ну, золото это уже такое. Блин, жалко, нету. Ну ладно. Я по-быстрому тогда телепортируюсь, накуплю всего, чего надо. Вот, я и вернулся. Я снова сходил к Бальмонту, и у него, как всегда, нашлось то, что нам нужно. Так, сейчас сделаем еще один замок. Замок. И немножко прикупил железных слитков. Потому что что-то тут при строительстве этого дома все сложно с этими железными слитками. Так, сразу закладываем фундамент. Стелим пол. Ставим колонны. Так, ясно. Нужно пойти на лесопилку. А не, стоп. Стол. То есть это что, нам камня не хватает, что ли, уже? Издеетесь с меня? Да, правда камня не хватает? Как же так? Я же надолбал там 100 кусков. Непорядок. Ну теперь хватит? Нет? Блин, как быстро так камень ушел? Не имею ни малейшего понятия. Так, стены. Блин, что ж такое стрел? Стал. Надо будет погуглить. Ну ладно, посмотрим. Ну, неплохо так-то. Блин, только... Терраса какая-то, ну, так сказать, не очень. Некуда смотреть. Только на горы разве что. Так, хорошо. С этой стороны, я думаю, поставлю башенку какую-то, алхимическую, что ли, чтобы был хороший вид. Так, тут некроманты больше не тусуют? Нет, вроде норм. Так, что такое? А тут... Тут, наверное, спальню поставлю. Ну, сейчас посмотрим. Надо будет погуглить, разобраться, что это за ингредиент, так сказать, нам нужен. Так, вот, башенка. Блин, трофейная. А ее можно как-то сбоку поставить? Тауэр. Гринхаус. Блин. Жалко. Может и правда башню тут поставить? А ну-ка давайте посмотрим, какой тут вид будет. Потому что и трофейную хочется сделать.
Так, ну если так посмотреть, то вид, я думаю, довольно неплохой будет. Плюс с высоты будет хорошо видно озеро. А тут будет трофейное. Ну ничего, мне нравится. Думаю, понравится и вам. Хотя трофейную... В смысле, кого я там буду хранить? Блин, куда я зашел? Там головы баранов убитых или медведей. Я же не охотник. Давайте тут все-таки лабораторию поставим. Алхимическую. И башенка будет хороша. Думаю, круто будет. Как она вообще? Большая? По размерам-то. О, ну блин. Думаю, неплохо будет, да? Такой. Опорная точка. Ну давайте посмотрим, что тут еще нужно для нее. Наверное, как обычно. Так, двери. Опять три замка. Шесть. Блин, гвозди. Гвозди уже кончаются. Блин, гвозди. Что-то привязалось для меня, что ли? Так, ну давайте скрафтим по-быстрому. Довольно такой одинаковый способ, вот как бы для создания таких вот этих башен. То есть, блин, положили фундамент, огородили территорию, положили фундамент, поставили колонны, постелили пол, сделали крышу, поставили стены и все. Ну, я даже не знаю. Так, раз замок, два замок. Так, а какого дьявола, ну? Так, ну ладно. Раз, два, три. Черт, опять, наверное, замков не хватит, да? Черт, ну это капец. Я тут купил-то немного руды, и я не помню, сколько на нее нужно, на корундовый слиток-то. Корундовый слиток. Блин. Ладно, сейчас разберем. Что ж, на этом можно продолжить. Дорога меня вела обратно в Рифтен, потом в Солитьют. Когда я пришел в Солитьют, на меня по непонятным причинам напала Дримора. Естественно, оно умерло, но я так и не понял, почему, за что. Вообще что-то странное творилось. Но зато теперь у нас есть много железа и достаточно на несколько замков корундовых слитков. Теперь мы сможем... Не понял. Это как? Как это понимать? Хаос. Ну, хорошо, допустим. Двери, да? Это странно, по-моему. Так, это фундамент. Так, надо будет пойти напилить деревьев, точнее купить напиленных. А пойдем мы к вампирам. Ну, этот процесс я вам покажу. Они у нас живут на полуночной лесопилке. И, по-моему, это пока что единственные продавцы дерева, которые мы знаем. Еще можно построить, я слышал, дом в Данстаре и где-то около Риттена. Я не знаю, надо почитать поконкретнее, потому что... Ну, дом в Данстаре, я думаю, построю, потому что я люблю такие вот северные края, там где вечная зима, теплые дома, спокойствие. Ну, посмотрим, как оно будет.
Прибылись. Дека вампиры. Тут тусует. Нет? А что, поздно уже? Или они на охоту пошли? Кстати, ну, может вам нет доказательств, просто светящиеся глаза, тогда я вам покажу. Вот на что похоже, ну, вот эта вот черепушка. Да, ну, тут видно, что она человеческая. Ну, и вот это. Как вы думаете, что они тут делают, а? И окровавленные тряпки, и вот эта вот костомашка. Не, я не думаю, что тут оленину разделывали. Так, сколько времени? 6 утра. Ну, давайте подождем часов, так, думаю, до 10. Проснулись уже, нет? Хотя вампиры, по-моему, не спят. Ну, разве что в гробах. А, вот она, вот. Что она там высматривает? Ищешь работенку? Хватай топор и наруби мне побольше дров. Нет уж. Doing some building, eh? We can deliver it wherever you... I'll have them hold over right away. Два... Doing some building, eh? We can deliver... I'll have them Четыре... hold over right away. Doing some building, eh? We can... I'll have Шесть... them hold over right away. Doing some building, eh? We can deliver... Восемь... I'll have them hold over right away. Doing some building, eh? I'll have 10. Them hold over right away. Думаю, этого достаточно. Mm-hmm. Теперь вернемся к нашему дому и закончим с башенкой. Иди сюда, мой Фарук. Ой. Скотина, он спалил меня. А ну стой. Что-то такое, а? Не понял. Это что за агрессоры? На моей земле-то. Волки. Ах вы. Вшивые. А, какой я косой. Конечно, садить. Минус. Минус. Так, где он? Я его потерял. Все. Блин, волки на моей земле. Какого хера? Чё они тут? Один волчонок. Второй волчонок, стрелу мою скотина зажал. Ты хотя бы отдашь? Да, ты отдашь. Ладно. А олень скотина убежал. Судя по всему, да? Не захотели вы? А тут кто обитает? Не тролль? Случайно ли? Круто так. Был человек. Нет человека. Лук грома. Мы это возьмем, но... Что тут случилось? Судя по всему, его кто-то сожрал. Кто-то довольно опасный. Ладно. Черт с ним. Такие враги вообще ничего не представляют. Жалко только оленя я упустил. А вы видели, как он начал петлять? Вот сволочь. Так. Что тут у нас? Так, теперь у нас все есть. Ага, глины не хватает. А где тут у нас глина была?
Здесь где-то, да? Где-то вот тут вот возле конюшни. Или нет. Или я ошибаюсь. По-моему, где-то тут. Тут. Лок Пия. А что мне с ними сделать? А, это вот эти вот доски, ну, доски. Дерево то, что явно покупал, судя по всему, 92. Так, ну это рубящая колода. А, вот. Место рождения глины. Так. Надолбем немножко. Я уже потом, как в следующий раз закончится, надолбую ее по максимуму. Ну вот, думаю, нам этого хватит уже. Для стен, для крыши. А сюда уже что? А, ну ладно. Гвозди. Ну, гвозди мы сейчас наделаем, это проблемы с этим нет, тем более, что материалы есть. Ну вот, как бы думаю, этого хватит. Теперь же. А сюда уже что? Блин, камень. Что-то я просчитался, походу. С камнем-то. Ну там 4 штуки надо. Ну вот. И все. 3 раза ударил киркой, готово. Так, кстати, как тут моя морковка-то? Морковка! Что, урожай дало? Да? А давайте-ка посадим морковку-то. То есть будем выращивать морковь. Будем морковными магнатами. Что я загнал? Морковные магнаты. Капусти бы сюда. Так, а что, не хватит мне моркови? Да, судя по всему, не хватит. Блин, печаль. Ну ладно, сюда еще посажу. А сюда что? Сюда надо что-то такое. Вот. Какой-то уникальный цветочек. Вот, пожалуй, его и посадим. Что нам? Хотя не, я придумал. Давайте-ка сюда посадим ядовитых колокольчиков. Ибо у меня есть квест на них, и мы их сейчас будем выращивать. А потом мы их будем только собирать. Круто я придумал. Ну, конечно, для таких целей, наверное, строят этот гринхаус, но это уж такое. Так, что там у нас с этой башней уже? Все, только без крыши. Хорошо. Блин. Надо будет еще лошадку купить. А то я не так давно свою убил со скалы. Так, фу, и беседочка даже. Еще.
Так, ну и на третий слот, так сказать, мы построим... Так, спальня. Как-то не очень. Ну, еще одну башню я уже не хочу. Ну, гринхаус можно, конечно. Блин, а все. Больше ничего нельзя. Ну так что, построим гринхаус все-таки? Ну давайте. Будем выращивать алхимические ингредиенты. Что, оно большое там по площади-то? Ну так-то не маленькое. В длину почти всего дома. Так, ну ясно. Два замка, четыре петли и две железных детали. Так, четыре петли, два замка, две железных детали. Так, с этим все. Ставим двери. Да блин, что-то я опять лохнулся. Что ж такое, а? Надо надолбать этого камня уже навек. Ох. Так, ну я постоял минуты две, подолбал камушка. Думаю, этого будет достаточно уже, чтобы хотя бы этот дом закончить. Стелим пол, ставим колонны, делаем каркас, ставим стены, ставим крышу и все. Как оно выглядит хотя бы? Так, так-то прикольно. Такой ровный домик получается. Ну что ж, пойдем принимать работу. Конечно, он, скорее всего, пустой, но... А уже декором, думаю, займемся в следующей серии. Сейчас только посмотрим, что мы приобрели. Блин. Круто. Так. Это... Это, наверное, башня. Так, это куда? Это будет оружейное, я так понимаю, да? Так, тут сундуки. Манекены. Стойки для оружия. Ну, хорошо. Все, что нужно, есть. Так, надо двери эти пооткрывать. Тут как же в доме находиться-то? А тут... Ну, тут какие-то бочки. Столы. А это что такое? Клумбы. Ё-моё. Блин, клумбы. Крабы? Хорошо. Ой, тут разные клумбы. Ну, неплохо, неплохо. Будем цветочки сажать. Давайте грязи краба поставим. Ну и несколько клумб. Сколько дадут? Ну, бочечки. Ну, это такое. Это вообще, я вам так скажу.
Это вообще круто. Это я еще не все поставил. Ну ладно, декором мы займемся уже в следующей серии. А, стоп. Нет, рано. Надо еще на второй этаж сходить. Так, ну тут можно кровать поставить. Тут, ну тут в принципе тоже. Для Лидии, например. Так, а это куда? Скайрим. Прикольно. То есть это нас сейчас на самый верх башенки-то. Круто. Оценим видок. Ну, я думаю, ребят, это того стоило. Денег вложенных в этот дом. Надо будет, конечно, вот это говно оттуда поубирать. Но, блин. По-моему, это очень круто. Это хорошее место, чтобы закончить серию. В следующей серии мы будем уже заниматься внутренним декором нашего дома. Ну а пока, всем пока, до новых видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.